Алиса раскормила. И чем бы вы кормила его? Пельменями? Да. Они созданы друг для друга, я не могу мешать этому тандему. Зато я могу разговаривать с этой селедкой. Конец дня, селедка, слышишь ты меня? Кажется, она не хочет со мной общаться. Я бы взяла у вас интервью, но боюсь, вам плюс 40 есть, что нам сказать, но зрителю лучше этого не слышать. Я вас люблю! Он нас любит! Завтра мы